слышалось в начале концерта. Ты сказал, что все участники получат подарки от организаторов. Да, конечно, Настюша, ты абсолютно права. Что, даже и зрители? Ну, конечно, давай скажем так, что, ну, во-первых, увидеть таких артистов на этой сцене — это уже своего рода приятный подарок. Ну, а во-вторых, конечно, у нас есть целая корзина сладких сюрпризов для наших юных зрителей. Я хочу попросить своих помощников, волонтеров, показать эту замечательную... А пойдемте прямо сюда. Пойдемте прямо сюда. Смотрите, у нас целая корзина подарков, и у нас есть так называемая небольшая викторина, несколько вопросов. Те, кто будут правильно отвечать на вопросы, те будут получать что-то вкусное из нашей волшебной корзины. Итак, вопрос первый. Внимательно. Такой не самый сложный. Для разминки. Какие песни слушают дети перед тем, как лечь спать? Вот у нее есть первая рука, я вижу. Давайте я подойду к вам поближе. Добрый день. Так. Итак, какие песни слушают дети перед тем, как лечь спать? Спокойной ночи, малыш. Спокойной ночи, малыши. Ну, что-то рядом, но немножко нет. Это наш. Так. Как? Колыбель. Абсолютно. Как? Артем. Держи, пожалуйста, сладкие песни. Я тебя. Эту песню нужно петь стоя. О какой песне идет речь? Так, вот я вижу, вот рука. Так, мама помогает дочке. Это гимн, конечно. Как зовут вас? Вика, Виктория. В переводе «Победа». Маленькая, но победа сегодня. Аплодисменты тоже для вас. Следующий вопрос. Ша, может быть, ты прочитаешь? Следующий, третий. Ну, давай я. Давай. Самый большой музыкальный инструмент. Ага, ага. Так, вот я вижу, была рука здесь. Давайте я вот так вот сейчас. Скажите мне. Орган, конечно, верно. Как вас зовут, скажите? Ален. Так, ну давайте еще один. О, это наш с тобой наш самый любимый вопрос. Самый музыкальный цветок – это... Так, есть рука. Сейчас, мы видим всех. Колокольчик, конечно, абсолютно верно. Вот модный молодой человек с наушниками и с разноцветной лентой. Все его, наушники и лента. Настюша, есть ли еще вопросы у нас в загашнике? Скажи, пожалуйста. Так. Да, у нас есть еще вопросы. Пожалуйста. Четыре исполнителя образуют музыкальный коллектив под названием... Так. Вон, я вижу ручку, девочка. Давай. Давай. Что это? Правильно, как тебя зовут? Давайте, Алине, дай. Молодец. Следующий вопрос. Музыкальный инструмент Кота Матроскина называется... Да, да. Ну-ка, давай. Кто был? Так, девочка в желтой юбочке. Гитара, правильно? Как тебя зовут? Юля, держи тебе конфетку. Ты большая, молодец. Давай, Настюш, да, действительно, пройдем вот к этой стороне трибуны. Самый легкий вопрос. Вот сейчас будет вообще на скорость, на реакцию. Каким органом мы слышим? Вот, есть рука. Давайте. Ухо, конечно. Как зовут вас? Очень приятно. Давайте поаплодируем Лере, друзья. Сладкий приз. Так, какой композитор начал писать произведение в 5 лет? Так. Так, ну идем к этой стороне. Я вижу, девочка тянет ручку и хочет ответить. Анастасия, давайте. Что это? Кто это? Итак. Моцарт, как тебя зовут? Ева, давайте ей дадим конфетку, она угадала. Прекрасно. Так, во что... Слушайте, а вот это прям сложно. Во что пили в древности в случае тревоги? Есть у нас здесь рука. Скажите, да? Как? Колокол, абсолютно верно. Какие у вас модные очки. Давайте махнемся, не глядя. Как зовут вас?
Оля, очень приятно. Так, ну давайте еще парочку вопросов. Давайте, давайте, да смотри, ты берешь вот ту сторону, я беру вот эту сторону. И на скорость. В каком спектакле все танцуют? У меня есть рука. У меня есть рука. У меня тоже есть рука. Ну бери, давай. Нет, неправильно. Идем к моей стороне. Так, может кто-то... Что это? Нет. Кто сказал балет? Вот у нас есть молодой человек. Как его зовут? Так. У меня здесь ответила Екатерина, что это балет. Все абсолютно верно, вручай Екатерине подарок. А у нас тоже была здесь рука. Как зовут вас, молодой человек? Артем. Где танцуют все, скажите? Мюзикл. А давайте просто Артему шоколадку дадим. Мы же можем так сделать? Ну, конечно, давайте. День детства. Артем, пока вам шоколадка. Вы с кем сегодня пришли на праздник? С мамой? И с братом своим. Поделите шоколадки, Артем? Конечно. Слово «щедрость» написано на ваших глазах. Ну и давайте, наверное, финальный вопрос. Какое количество струн есть у балалайки? Ну вот давайте вот сюда пройдем. Очень легкий вопрос, конечно. Три струны, абсолютно верно. Софья, молодец, ты угадала. Давайте подарим друг другу аплодисменты. Действительно, это самое-самое начало. Впереди много вопросов, много сладких подарков. Ну а пока есть предложение немного отдохнуть и потанцевать.